Наш дружочек, мальчик, всматривается вдаль и ловит звуки. А эта статья будет небольшим продолжением к прошлой о песике по кличке Дружочек из домашнего мини-приюта Людмилы Черницкой. Дружочек в последнее время не сильно любит гулять. Некоторые говорят, что скорее всего связано с тем, что колеса его байка немного буксуют по снежку, но это не сказали бы, что так и есть. Он вроде приловчился уже. Да, безусловно, двумя лапками сложно отталкиваться, чтобы преодолеть сопротивление, и вся колесница поехала. Но эти климатические условия для него не новы. Это все-таки вторая зима для него в сельском приюте. И тогда, так и сейчас, он уже был со своей колясочкой. Так что, видимо, что-то другое. Он все больше прислушивается и стоит на месте. Может, не нравится холод ему. Может, какие-то звуки его просто настораживают. Напомним, он не любит у нас гром, и взрывы снарядов его пугают. Может, же зимние праздники со своими салютами нанесли ему стресс? Кто знает, на прогулках волонтер всегда рядом. Женщина сама не слышала каких-то новых или сильно подозрительных звуков. Конечно, дружочек, около печки всегда будет поуютней. Ну что же, подождем весны тогда, малыш. Ну, а пока он радует нас замечательными новыми видео, фотографиями. Он у нас мальчик, в принципе, общительный, со всеми вместе, никого не обижает, ни на кого не обижается.